Уважаемые дагестанцы, уважаемые россияне, в этом году Дагестан, Северный Кавказ, Россия отмечает 165-летие со дня договоренности между императором Александром Вторым и руководителем Юмата имамом Шамилем. Была достигнута договоренность об окончании Кавказской войны. И вот уже 165 лет мы с Россией живем одной семьей, а последние 100 лет можно сказать, что мы уже одна семья. И мы сегодня, работники фонда Шамиля, активисты, приехали сюда, в Едино, где были тоже кровопролитные бои вместе с чеченским братским нашим тогда и сегодня народом. И находимся у могилы сына имама Шамиля, Мухаммад Насура, это сын супруги Шуанат, он здесь похоронен, ему было всего 12 лет, когда он умер, и имам Шамиль, значит, решил его на этой стороне, хотя у него резиденция находилась на другой стороне, вот здесь он похоронен, это тоже знаменательно, могила сохранена в очень хорошем виде, ну, переизданном виде, как оно было, так и есть. Поэтому мы, поколение, потомки имама Шамиля, должны помнить всех, всех без исключения, тех, кто принимали участие для того, чтобы, как мы имеем сегодня и мечети, и медресе, можем исповедовать религию в любом городе, в любом районе, полностью учиться, обучать исламу своих детей, внуков, это тоже благодаря нашему имаму Шамилю и всех его сподвижников, которые делали все для того, чтобы сохранить ислам, сохранить наши обычаи и традиции. Ну, конечно, нашим чеченским братьям тоже спасибо, что все это сохраняет, что это все в переизданном виде сохраняет. И отрадно, что в этом селении живут много людей, выходцев из нашего селения Хорода, Кунивского района Дагестана. Они тоже наши, они тоже наши кавказцы, наши мусульмане. Им всем тоже огромное спасибо. Ассаламу алейкум.